Первый замглавы администрации Новосельского района Орловской области и его супруга напали на полицейских. Об этом сообщает СОСК по региону. По данным ведомств, вечером 2 декабря пьяный чиновник и его жена на одной из улиц в городе Новоселье оскорбили полицейских и применили к ним насилие. В отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти». По информации местных СМИ, чиновник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попал в ДТП. Конфликт с сотрудниками полиции произошел после аварии. В МВД по региону пояснили, что полицейские прибыли на место аварии, где автомобиль наехал на дерево. На месте происшествия были мужчина и женщина в состоянии опьянения. Водитель отказалась от медосвидетельствования. В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали. Они были доставлены для разбирательства в отдел полиции, уточнили в ведомстве.